Кстати, ревизорам только с помощью сотрудников ФСБ удалось пробиться в бухгалтерию Резфармации, чтобы изъять финансовые документы для проверки. В Верховном Совете предполагают, что причинами высоких цен могут быть, например, поставщики, которые втридорога продают Минздраву Хакасии жизненно важные и без того недешевые препараты. А еще депутаты поговаривают о высокой торговой наценке, чего в социальной аптеке быть не должно. В республике, например, на препараты дороже 500 рублей надбавка 15%. Что выше, чем в соседних регионах Сибири. Во всем разбирается контрольно-счетная палата. Говорят, закончат к сентябрю. Посмотрит бухгалтерию аптеки и комитет по тарифам. В настоящее время мы ждем материалы с Минздрава Хакасии, на основании которых мы начнем работу по расчету этих надбавок, по проверке по фактическому уровню надбавок. Ну а после этого уже будет приниматься решение о необходимости, об их пересмотре.